Откуда у вас хлеб и начался? Да это у нас, мы не покупаем, ты сам знаешь. У меня, как называют сегодня, спонсоры, помощники, уже много лет. И кто чем может, помогает. Детский лагерь открытый. Кто-то сахар мешок даст, кто-то еще что-то даст. Но не конфеты, мы не хотим. Вот одна какая-то была, она, сейчас даже фамилию не знаю ее. Она уехала в Германию. Я ее не знал, ничего. И вдруг машина приезжает в Потеряевку, детский лагерь-то. Она меня ищет. Я вышел. Что-то не Баранова, что-то такое, вот где-то такое. Я выезжаю в Германию, на нее покушение было. А у нее была иконка, и пуля ударилась сюда, в иконку. И она как-то о нас узнала. Я ни к ней не обращался никогда. Но она привезла не то, что нам надо. Она имела средства, и она купила там шоколадки, там такое вот все. Нам нужно такое, чтобы было, допустим, овсяная крупа, там рисовый мешок с рисом, мука. Муки много надо. Хлеб сами стряпаем, у нас две русские печи я там сделал. Вот. Но что-то мы берем с запасом. Мы не знаем, сколько будет детей. Бывает, кто-то приезжает, мы помогаем. Кто-то масло, маслозавод всегда давал. Меня выводило на них здесь. Голобокова Светлана Ивановна, она была то ли заместитель главы администрации железнодорожного района, такая вот ростом, ну, это даже не выскажешь, какая она, только грубо как будто бы, а сама внимательная. Машина мне нужна, увезти что-то отсюда туда. Она трубку берет, так, машина есть? Да, спрашиваю, машина есть? Да не тяни ты, говоришь, что тут там есть, так. Вам куда машину надо? Я говорю, Ползунова 6 надо. Так, какие машины есть? Так, вам какую надо-то? Не сказали сразу. Ну, длинная долгуша, прицеп такой, метров 6. А метров 6. Одна у вас машина такая? Так, завтра вы сможете подать ее к 7 часам? Грузить надо стеклом на зеркальной фабрике. Они деревню строят-то. Ну вот, я и знал, что ты не откажешь. Все, до свидания. Дальше, что вам нужно еще? Масло. Масло. Растительное. Нам отдают это рафинированное, которое, оно как бы не так. А вот когда бывает такое, просто масло, и там осадок такой есть, это все очень хорошее, приятное там. Она сразу берет трубку и звонит. Так, сколько вам надо? Я говорю, фляги две. Так, две фляги? Вопросов нет. Ну, я и знал, что ты не откажешь. Молодец, Георгий Иванович. Все, дальше. Холодильники нужны нам, холодильники. Она. Так, что? Ну, я не говорю сегодня, это завтра утром. Ну там-то спросите, там у вас же в предприятии сколько, ну товарищ Холодилин, ну у тебя фамилия-то такая, что прямо о холодильниках только заботиться надо. Детский лагерь. Что? Нету? Как нету? Ну маленько что-то там, где-то что-то попорченное, они отремонтируют. Ну вот так и все, так бы и говорил. Так, тут еще одни масла, эти две фляги этого мало будет, наверное, ну наверное маловато. Так еще к одним, она звонит тут. Что нету? Ну как нету? Совсем нету? Ну есть. Да ты не крути, ты скажи. А я все стою, слушаю. Ну ладно. Ты запомни, сегодня я с тобой разговаривала, просила тебя почти на коленях. Все, закрыто дело. А у меня секретарь такая, Татьяна, ну прям поговорить, она все. Я прихожу, секретаря нету. Я спрашиваю, Светлана Ивановна, а где секретарь-то? Выгнала я ее, болтает, сидит. Народ в очереди становится. В очереди, чтобы не было, дверь у меня в кабинете не закрывать, чтобы все время была открытая. Тоже у меня работники. Дома там разговаривают. Я ее предложил в краевую администрацию. Вот надо, я говорю, каких работников-то где-то. И она находила и с избытком. Вот сейчас помню, пришел я в краевую администрацию, а там Аксенов. Павел, давно нам знакомый, с Новосибирска еще там, когда мы жили-то. Так, грубый такой мужик, прямо с матом может. Но до того он добрый, вот интересно. Потом он работал начальником бюро по устройству на работу. Устраивает какой-то там, я не знаю, как это организация называется-то. И здесь он, один перед ним стоит тут. Я его не вижу, такой щупленький мужчина. Так, слушай, ты помирать думаешь? Тут. Ну, видно, ему 30 лет еще. А что, в чем дело? Вот перед тобой человек стоит. Иди в коридоре, поговори, он тебе расскажет все. Выходи. Тот, вот примерно, как вот Светлана Ивановна, так и он тоже работает. Ну, ладно. Вышли, а кто вы будете? Я говорю, я начальник детского лагеря. Нам говорит, а что вам нужно? Муки. А сколько надо? 12 мешков.
Ну, я завтра привезу 25 мешков туда. А где это так? А как дорога так? А еще что нужно? Я говорю, матрасы нужны. У нас матрасы, мы сено ищем, старые соломы, набиваем матрасовки. А сколько надо? Я не знаю сколько, но штук 70-то надо. Изогнул, и глаза закрутились. Думаю, еще себе. Так, а где же у нас матрасы готовят? Он не знал, где. Взял, они такие матрасы, сбиваются там. Ну, от него это не зависело. И все, привез Потеряевку. Лопатин, кажется, Иван Иванович. Потом он приехал в Москву, там что-то тоже занимается. И сейчас у нас... Раньше я ходил по предприятиям, где-то просил. Вот станкостроительный пришел, а он сейчас работает экономическое... Это институт экономики. Вот. Григорий, его звать, кажется, или Вячеслав Григорьевич. Вот. Сейчас забыл, что-то у него такая фамилия-то тоже. Никогда не видел. Только секретарь сказала ему, он меня в глаза не видел-то. Так, выдайте все. Сколько? Полтонны гвоздей хватит? Полтонны? Конечно. Полтонны, представь себе, гвоздей. Вот мы сейчас все еще электродов дать ему. Дать ему эти, там сверла разные, там дисковые эти пилы, все. Еще что нужно? Нам насос надо. Насос, скачать воду. Насос, так, насос дайте ему там. И все выписали. Загрузили машину. Какие люди все-таки есть? Идем на РТИ, запомните, резинотехнические изделия. Они готовят большие лодки, там самолета с трапа, как, чтобы спускаться, падать, не потонуть. И, ну, разные там резиновые, отдельные так покрывало, мне надо палатки накрывать, она метров 15 так, и ширина такая. По заказу сколько, пиши только. Материал сумочки шить, такой военный, зеленый, где-то, все выпиши. Так, лодки нужны, лодки. Так, сколько надо? Говорит, две, а потом еще даст две лодки для ребятишек. Хромов Анатолий Петрович, патриот. И все это у него с лаской, с улыбкой, так, и у меня не в книге отображены эти люди. Понятно? Мы благодарны, мы за них молимся. И когда я уже книги издал, тут попросил их найти, они уже как бы на пенсии, но все работает. И меня Сергей Павлович Пупков везде провез, и я везде подарил книги всем. Так он мне книги не взял, пока деньги не возьмешь. Анатолий Петрович, да вы столько помогали, я не вам помогал. Детям, а я ему возьми, да похвались, я говорю, на лодках, только по воскресеньям плаваю. Так он серьезно так, что ты делаешь-то? Я ждал, чтобы каждый день они плавали. Полез, что-то копается, гляжу, плитку шоколадом, и денег еще в сумку сунул. Денег, не то, что взять, а еще и положил. Повторяю, Хромов. Вот о ком надо писать. Это в настоящее время, вот в это время, когда все, кажется, разваливается. И закрыли завод, там что-то неизвестно теперь, но где-то другой в организации. Нашли, я поехал. Он, пока деньги мне не сунул, книги не взял. Вот. Один-то на зеркальной фабрике, Жердев там давал мне, сразу дал мне 15 тонн стекла. Тонн! Даже там у Долгуши там что-то, рессоры сломались. Вот сейчас мы все еще пользуемся. Ну, обрезки, не целиком. А там-то давали настоящие где-то. И вот так с продуктами. Вот сейчас помогает. Я всех перечислять даже не могу. Столько у меня их помощников было. А там мы сообщили тогда, а у них нет ничего. К депутату Макарову обратился, он тоже раз, звонок, так, у вас овсянка есть? Есть. Сколько? Ну, сколько можешь, так, нет. Не сказал даже сколько. Там мешка, может, три. Они 5 тонн привезли. 5 тонн! Я в деревне никому только кто не приедет, всем давал. Машина 5 тонн. Ни копейки никому я не плачу, только молюсь. Вот как Бог делает все это. Мне, а где вы берете... Ну, я только руки простираю кверху, не так, что дай, а вот так вот. Обращаюсь к кому? Прокурору края, генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович. Я ему говорю, вот такое надо нам, а где же это взять-то? Я даже не знаю. Я ему сказал, так, тут же сразу раз. Иду председатель, управляющий Сбербанком Алтайского края, Песоцкий Владимир Филимонович. Во! А мне говорит, он еврей. Тем бы удивительное, все книги я ему дарю. И он как каждый раз, так, какого-то банкира берет, так, вам что еще нужно? Так, пожалуйста, там, постарайтесь там дать им это все надо. И ни разу отказа никогда ему не было. Вот я только сейчас, маленькую часть говорю, и какие, мэр города тут, начальник УВД края, генерал, я прихожу, Вальков. Так, что нужно? Машину, автобус, детей везти. Так, так, когда? Когда вам нужно-то? Ну, завтра мы в 8 уезжаем. Так, завтра сюда. Так, сопроводительную машину надо. Какую? Ну, дети, детей же везут, а мы машину спереди и машину сзади дадим еще.
Так и ахнешь. Это в настоящее время, когда, говорит, русский человек выродился. Неправда. Как говорят, русская душа. Такое нет слова русская душа. Но это все люди какие-то. Там татарин, прихожу, татарин. Он помогает. Мусульманин, евреи, все помогают. Вот еще раз хочу сказать. И вот сейчас мука, которая остается, мы нашей сестре Щукиной Неониле Алексеевной даем. Два мешка увозят. Андрей Головач, машина. У меня ничего нету. И она один мешок нам из него хлеб печет. Вот он хлеб привезли. Вот они какие булочки. Вот я их режу сейчас. Для чего? Чтобы просушить. Вот так вот раз. Вот, чтобы они не закисли. А то вот она. Видишь? Вот я беру нож и вот так вот на это режу. Вот я их изрезал. Теперь я их беру и на просушку. Печку сегодня истопили. Вот я их тут кладу. Вот. Маленько наклонно, чтобы чуть-чуть на друга касались, и ну, чтобы все вошло. Вот. Я их туда кладу. Конечно, дрожжевой, все как положено. Я ей даю масло растительного, но она немощная. И как мне нынче пришел, и сестра одна подошла в общем и говорит, вот вы ей даете, она едва ходит. Ну, другой кто-то. Ну, Раиса Николаевна пекла раньше Блинникова. Анна Кузьминична, Ельникова. Добровольно. Но это совсем ослепло, а это... Я говорю, так давайте, нет, я не отдам. Не отдам. Чего же я отдам такую работу? У меня нигде нету, может быть, так. И вот она вот такие сумочки. Все это... Вот сейчас я выложил сколько вот. А часть она сушит. Вот это же сама дома режет и сушит. Вот какие сухари. И что интересно, в воду положишь, не то чтобы она сразу распалась, а он, ну, минуты две, и оно тогда... Вот, теперь смотри. Это сегодня, 25 ноября 2017 года. Больная. Не может, я покажу ее фотографию. Фотографию покажу сейчас. У меня она есть. И вот это. Все, завтра мешки эти пустые. Если ее она не придет, то где-то живет там рядом Цингаева Татьяна Александровна, кажется. И мы ей дадим. Вот как мы живем. Вот мы принесли тут девочки яблоки. Это, ну какие яблоки-то тут? Ну вот все есть. Картошка вот она наша. Зашел Игорь, этот. Это не Игорь, этот Барабаш. Творог. Вот он творог. Зашел сегодня, повез Лужков. Не беру, никак не взял. Ну хоть возьми, не взял. Я говорю, пост начинается уже рядом и все. Говорит Игорь, никому не помогает где-то. Я не оспариваю никого. Я говорю об отношении ко мне. Вот как мы ехали, да вы не езжайте, там мусульмане головы режут. В Польшу не пройдешь, там дорог нету. Все наоборот оказалось. Почему? Ответ. Почему? Повторяю, я никого не опровергаю, спорить не буду. У вас свой опыт, у меня свой. Молитва. Связь с Богом. Живая связь. Вот оно что сейчас я складываю. В Польше дороги прекрасные. И самые легко переходили границу в Польше. В мусульманские страны не едет, то другое. Я не знаю, где. Самое неприятное было, это вот прям дай, это на Украине. Я когда украинцы там приезжают, говорю, что вы такие? У нас раньше было, говорю, но я в армии служил, что чтобы хохол пошел домой без лыжки, да не будет этого. Я не против Украины или что-то, но на практике здесь, на таможне. Не пропускают собаку, у нас зачипирована, прививки сделаны, документы выписаны. Что-то привязывается, а нам ехать надо дальше, никак. Я тогда выношу, это называется тяжелая артиллерия, трехтомник Нового Завета. Все, обратно едем, и собак уже в родину заезжать. И опять, а вот в прошлый раз тут заезжали, меня не было на дежурстве, вы таким дали, вы не могли бы дать. Это не рубль, это 75 евро, это трехтомник, 3000, если по нашим деньгам тогда было. Вот такое дело. Ну, дам я другую книгу, говорит, уже не могу. Это нам же ехать надо в библиотеке, отдавать и прочее. Я не знаю, вывалю здесь, потом возьмем. Вот так, потом вот все возьмем. Вот как Господь нас любит, мы говорим. Ну и мы стараемся, чтобы кого-то накормить, напоить. Вот вывернули. Этот мешок сегодня принесли. Как у вас мало уходит, я за всю зиму. На рыбки маленькие где-то возьмут еще, а так что, рыбки. Вот вчера рыбу купил Володя, вот рыбу свою, какая она, селедка, наверное? Да, селедка. Хорошая. А тут блины, а тут блины-то еще они лежат тут? По одному блину? Нет, это ваши. Это мои уже, вы да. Не съели, ну я после завтрака. Но я не стал, думаю, как бы не ошибиться, а то съем, а вам нет. Вот здесь тогда подберешь,
Вот картошка мелочь. Вот смотри, на ладошке сколько у нас ее помещается. Вот она. На одной ладошке 7 картошин. И мы ее просто так берем и даже можно не чистить. Это необходимо, там кальций много. То есть мы все время молимся и говорим: Господи, научи нас жить в бедности. Никогда не роптать, никому не завидовать. Никому. Смотришь, там какого-то убили, там что-то они делят. А у нас никому мы не нужны. Бог нас хранит. Вот. Видишь, что у нас тут есть? Вот чеснок тоже одна прислала. Никого, ничего не просим. Вот что я показываю, ничего не просил, не считая муку. Муку обращался за помощью. Остальную рыбу купили тут и... Это тоже такое что-то дали. Картошка своя, творог дали. Деньги не взял. Не взял. Просто уже два мешочка вот так дали. А если бы вы жили в другом месте, я не знаю, как там на всех-то. Ну, а вот попали бы на Украину, то там только дай. Да не все такие-то. Я знаю, там такие вот переписывались. Александр Сихоцкий, Доманевка такое есть. Наши живут в Одессе, сестры, прекрасные отношения, хорошие люди, жертвенные, все отдают. Я говорю, где там, на таможне были-то, остальных откуда я знаю? Это мы, когда миссионерская поездка была у меня в Харькове, в двух библиотеках, это государственная, национальная и парламентская, все книги, 38 книг. Ну, а дальше там другие города, и в Одессе, и в Харькове, и везде. В Харькове мы были. Библиотекари нас так приняли, вместе с нами помолились. И мы пошли, так они еще нас благословляют, а мы в машине уже сидим. Мы никогда не разделяли украинский и русский народ. Это один народ, один. Но они на окраине живут, Украина, там еще у нас, то Украя живет. Там Польша, там захватывали, это Литва. А у нас-то, видишь, мы в глубинке живем. Так что вот это, что сейчас, это умышленно, там снайперов нанимали, убивали, какие-то грузины. Не мстить. Вот не мстить. Прекратить это все. Патриарх там едет, говорит, филарет, просит оружие. Ну, это никуда не годится. А где выход? Выход в молитве и смирение. Вот у нас все есть. У нас вокруг вот Пащенко. У батюшки, жена, матушка Антоненко. Виктор Савченко. Ну что так, всякое о, говорит. На о. Ну вот и все. Как поговорка говорит. Никого не возьмешь у нас и везде. И мы никогда не думали, что он украинец там, или там хохол, или как там. Кацапы мы, кацапы вообще никуда. Нет. Еще сапать нас надо. Вот так. Ну и вот я хотел показать Неонилу Алексеевну. Кто она такая? Она нигде не бывает почти. Только вот здесь ее как-то захватил фотограф. Вот она сидит. В очках. Посмотри, как одеты. У нас все так одеты. Все. Ни одной волосинки не видно. Почему Самира мусульманка, жена Муллы, и пишет: ваша прекрасная, там такая-такая община, она всех видит. Ну вот сейчас я посмотрю. Где-то еще есть одно. Интересно, вот, попутно сказать. В Первую мировую войну голуби, это военная машина, голуби где, и выпускали почту носить, где границу нельзя перейти. Я вот этого не знаю, как они так могли. Значит, я знаю, что голубь возвращается на свое место. Но как теперь отсюда, откуда выпустили, он сюда прилетит? Вот это я не знаю. Хотя всю жизнь держу. Смотрите, военная машина, 4 человека, повязки какие. Почта, ну, телефона-то мобильного не было. Значит, это оправдывало себя. Вот теперь я показать Неонилу. Вот она в общине, где стоит, молится. Вот она, Неонила Алексеевна. Это Оля Соклакова. Там стоит это Шубина Зоя. Это глухонемой был Максяев Олег. И вот это вот тоже Д'Артаньян я звал, это Мартиньян, какая-то фамилия такая, Нурбаньян или... Вот, Мария, очень хорошая, вот подойдет, ухватит тебя, еще и гладит, стоит. Они глухонемые такие, ласковые. Вот показать, где... Вот, пожалуйста, ее видно. Увеличил как, вот она стоит в очках. Спаси ее, Господи. Пока живая, отблагодарить. Мы молимся, она всегда говорит... Какая нужда, четверг, пятницу, вчера позвонила, молитесь, я в это время, ну, бывает, там не могу, а стряпать надо. Я говорю, ну, давайте мы заберем, и больше, нет, а что я тогда буду? Ну, я говорю, лежать будешь, смерть ищет больных, которые лежат, а ты
здоровая-то. И она идет, идет, и у нее так получается, как бы вот такая походка перемаливает, как говорят, утиная. Я ее взял за под руки. Давай ходить, учись тебя прямо. Вот так вот прямо шагай сюда-сюда. У нее ноги-то больные, но она идет, не получается. Я говорю, значит, все тогда. Принимаем как есть. Значит, тут приходится заниматься, кричит, что она звонит. Какие-то нашлись люди, хотели ей что-то помочь там. У нее сын еще больной. И она говорит, вот сейчас пристали, ничего не могу делать. И они стали ей угрожать. Она спросила там лекарства, они что-то узнали, как будто бы. Я говорю, ничего не говорю. Я сразу юристу позвонил. Так, вы скажите, еще будете звонить? Я обращусь в органы. И там кое-как отбилось. То есть никому мы не нужны. У меня такое мнение, что после 60 лет по пустякам не надо обращаться в больницу. Ну все, Володя, я тогда отошел. Вот. Ладно. Бумага, на раскопки нам дают. Вот сегодня опять пачку принесли. Пачку. Ну это разные, я переберу, которые может считать или что-то. Раньше я брал союз печати в киосках и издательство «Алтайская правда». Даже однажды Куета называется, Куета, это лагерь здесь. В лагерь я отправил где-то 4,5 или 5 тонн. Бумага чистая, вот такое там все. Тон. Это все рюкзаком за спиной наносил себе. Я посчитал, сколько я ходил, то 3500, что ли, километров. Я шагами замерил. Это дальше, чем до Москвы, пешком с рюкзаком ушел. И по разным организациям, в школу, я переплетчик, и бумага это. А бумага вот такая вот. Сейчас я покажу она. Вот она какая. А4 или как говорят, вот он лист какой. Но они, когда запускают, и много идет, это из отходов. Она с двух сторон чистая, хорошая. Я тогда ее прошиваю здесь, у меня специально тут есть, ну, прибор, бывает, кручу, которые такие толстые. Студентам, университеты везде, прокуратуру, медицинские учреждения. И так несу, или переплетал тетрадями. И тетради эти дарил. Так, журнал «Милиция» об этом писали другие. То есть все время жалуются, работы нету. Ну не верю я в это. Как работы нету, земля пустует. Бери участок и будешь сытый. Сам себя-то не обиходишь, что ли? Там мужики здоровые, сидят дома. Батюшка говорит, у нас работа одна за другой в очередь за нами стоят. Утром как вспотел, говорит, так и не просыхаю. Это и для здоровья полезно. Ну я опять восхваляю жизнь в деревне. Не в город Адам из рая вышел-то, а в деревню, можно сказать. А деревни-то не было, но... Оттуда все это идет. А город, что город? Он защиту дает, стену. А сегодня защиты нет, наоборот. Тут преступников полно. У нас в деревне выйдешь, ходишь, гуляешь, звезды смотришь, беседуешь. И даже никакой нужды нет. А в городе куда ты выйдешь? Ладно, у нас вот тут 13 соток. Мы еще что-то можем делать. Ну вот и все. По славу Божию. Слава Христу.